Всем привет, меня зовут Грифон, и вы смотрите прохождение Ведьмак 3 Дикая Охота. Мы продолжаем выполнять заказы. Сегодня у нас заказ Лихо Лесное. Так, сейчас мы находимся в корчме Гусиная Гуска возле Новиграда. Вон он. Ну меня и сушит. Бриан. Здравствуйте, мастер-ведьмак. Я видел объявление. Допустим, я заинтересовался. Вот и прекрасно. Чудно. Я Бриан Хоч. И это я повесил объявление. Мне нужно как можно больше подробностей. Разумеется. Что же, в результате не самых счастливых для меня событий я вступил во владение полосой леса под вырубку. Это здесь, прямо под Новиградом, вдали от больших дорог, зато близко к порту. Оставалось только нанять дровосеков и сосчитать деньги. Меня интересуют чудовища, а не твои дела. Ну так ведь все же связано. Я нанял нескольких краснолюдов, а те стали говорить, мол, в лесу призрак. Я решил, что они работать не хотят. Но как-то они ушли в лес и вернулся только один. Говорит, какое-то лесное лихо на них напало. Поговорим о плате. Ты предлагаешь слишком мало. Так, в прошлый раз мы из-за большой бонусной ставки практически ничего сверх не получили. А да, ты себе цену знаешь. Но вижу, ты старался не завышать, так что, может, мы еще и договоримся. Блин. Ладно. Настолько я еще согласен. Я возьмусь за работу. И где тот выживший? Должно быть, шатается тут где-то. Последний раз, когда я его видел, он пропивал заработанное. Сказал, хочет почтить смерть товарищей. Да он в углу вон сидит. А, не, подожди. Это просто перебило этот навигация. Он в углу сидит. Господи, что за звуки? Здравствуй, путник. Я внес рюмочку за упокой моих умерших приятелей. Так их, сука, раскатала. А я ведь не знаю, что это было. Не знаю, кого проклинать! Я говорил с неким Брианом Ходчем, он рассказал о смерти твоих товарищей. Сколько же мы толдычили этому херу, что в лесу что-то завелось! А он не верил! Он нанял меня выследить лесное чудище, которое напало на дровосеков. Да? В таком случае беру свои слова обратно. Хороший он мужик, хоть и коротышка. Что ты помнишь о нападении? Возвращаемся мы из лесу. Каждый нагружен дровами, как старый мерин. А тут что-то, сука, как завоет! Вроде как матерый волчара. Мы руки в ноги, а у телеги колесо заклинило. Магнус Рихтер говорит, чтоб я бежал в хату за арбалетами. Ну так я и бегу! Возвращаюсь я, значит, в лес. А там, сука, истинная мясорубка! Я даже не понял, кто где лежит. Спасибо, ты мне очень помог. Завали эту нечисть. Так, ну все, поговорили со всеми, отправляемся к хижине дровосека и посмотрим своими глазами, что там приключилось. Вот бы такой дождь пошел, как яровые сейки. Ну да. Так вот уже тут развылися. Как я и говорил, я тогда показывал, что в этой стороне у нас задание. И, кстати, в этой же стороне сидят эльфы. Сейчас старые товарищи, вот. Нет, не старые товарищи, значит. Вот, игры в Новиграде.
с Кайтаэля сейчас. Вот видите, чуть-чуть южнее. В общем, мы сейчас выполним заказ и можем навестить этого эльфа. Так, я вообще не для этого карту открывал. Ну да, через эту придется ехать. Но пошло. Как меня достал этот дождь, а? Кто бы знал. Ну что, поедем, как нас ведет наш навигатор. Погоду только у Камелька есть. Эх, у народу-то. Хороший ты парень, Герой. Откуда вас только не подобралось? Не помеха. Это чего это он мне не помеха? А тебе чем он мешает, интересно? А дождь чья вина? Чародея. Ну, уже практически проехали мы это застенье. Льет и льет. Мне не говори. Да кому-то вон пофигу. О, лошадки. А что это вы тут делаете? Тут типа что, корчма? А, нет, здесь кузнец. Только с ним мы поговорить не можем. Если у меня курточка промокнет, я снова... А, можно было тут проехать. Я что-то ее не заметил, эту переправу. А что там светится в доме? Как будто что-то... Опа, и дверь закрылась. Ага. Дневник Юлии Кинь-Он? Интересно. Артефакты с последней вылазки продали на базаре Гракки в Цедарисе. Доход скромный, но хоть что-то. Дикер добыл сведения о некой эльфской сокровищнице, которая вроде как находится в каналах под Храмовым островом. Звучит правдоподобно. Все людские города стоят на эльфских фундаментах. Новиград тоже. Может и правда обыскать каналы. Если найдем эльфские сокровища, разбогатеем и завяжем с этим ремеслом. Сегодня первый день Фиаинна. Выступаем я, Риан, Дикер, Макси и Мико. Вход в подземелье был закрыт иллюзией. К счастью, Мика легко ее сняла. Тут действительно что-то может быть. Спускаемся глубже. На сокровищницу не похоже. Скорее уж на госпиталь или лабораторию. С этого момента записи ведутся хаотично. Много клякс, обрывочных фраз. Резня. Только я. Едва ушла живой. Они все погибли. Все. Это была эльфская лаборатория, а в ней он. Не могу спать. Который день подряд. Они у меня все перед глазами. Риан, Дикер, Макси и Мико. Бессонница меня убивает. И этот символ. Этот кот смотрит на меня. Коты, коты, коты. Мяу. Так, это что? Трубка. Угу. Это вот про... Ну, мы были в этой лаборатории. Мы, кстати, ходим в броне, которую мы нашли в той лаборатории, и там был ведьмак. Вот, видимо, про этого ведьмака и писал. Писала. Короче, с ума она сошла. Я, если честно, первый раз нашел эту записку. Очень интересно. Волки, зараза.
удастся проскочить. Ну вот она, эта хижина. Новая отметка у нас на карте. Что нам напишут про нее? Одинокая хата посреди Новиградской пущи. Идеальное место для дровосеков. Это хата лесорубов Ходча. Теперь надо найти, где они погибли. Вот она, следы телеги. Так, ничего активного нету. Есть растенница, вон второе. Сколько досок они тут поназаготавливали. Мешочки. Сломанные грабли. Бутылочка воды. Да, не густо. Веревка. И тарелка. Колеи глубокие. Должно быть, тут телега лесорубов остановилась. Потом они поехали здесь, наверное, к своей вырубке. Да, мы уже поняли, что нужно использовать ведьмачье чутье, чтобы дойти, чтобы пойти по следам. Но, в принципе, тут особо-то и чутья не нужно, следы и так видны. Вот они. А и дорога тут одна. Особо не заблудишься. Лодочка, интересненько. Кстати, можем на тот маяк. К маяку... До маяка надо дойти, смотреть, что там есть. Вообще он используется только в ролике Стрис. То есть если я бы выбрал ее, и она осталась в Новиграде, вот там была бы романтическая сценка на том маяке. Более я не знаю. Больше он как бы не используется вроде бы. Так, там волки лазят. Нет, это не волки, подождите, это кто? Это накеры. О, зараза какая. Так, это у нас огры, да? Зверье. Вот она, огры. Нет, это инсектоиды. Реликты. Блин, все масла поперебрал. Один. Иди сюда. Отравление довольно часто проскакивает. Блин, темно, как будто этот вечереет. На самом-то деле еще утро. Тоже перекресточек какой-то. Ага, вот. Нет, это показалось. Я думал, уже что-то валяется. А вон она, телега. Ну да. Это вот они так деревья рубят. Похоже на то. Что-то слишком высокие какие-то пеньки. Осмотреть место нападения.
здесь был бой. Двое краснолюдов и что-то большое. Тут меч даже какой-то. Здесь был бой. Двое краснолюдов и что-то большое. Это, видимо, вот смотрите, этот... От тел, наверное, отпечатки. Раненый бежал туда, потерял много крови. Один краснолюд пошел сюда. Так, один туда, другой туда. С этой стороны ничего? Нет, с этой стороны ничего. Сейчас пойдем по крови. Смотрите. Когтями процарапал скалу. Похоже, он был очень зол и очень силен. У краснолюда была глубокая рана на спине, он умер от потери крови. И пройдемся по следам, вот они. О, сколько они тут понавырубали. К стоянке бежал. Корни придавили краснолюда к земле, так что он задохнулся. Все указывает на лешего. Молодая особь. Должно быть, он в этом лесу недавно. Надо найти его тотем. Вороны служат лешим. Тотем должен быть где-то рядом. Кернун у нас новая статья в бестиарии. Это реликт. Новиград – величайшая метрополия в мире. Вершина цивилизации. Доказательство того, что человечество способно укротить природу. По крайней мере, новиградцы хотят в это верить. Но сразу за городскими стенами начинается новиградская чаща. И ступивший в нее довольно скоро убеждается, что верховенство человека дольше городских стен не распространяется. Одним из чудовищ, устроивших там свое логово, был старый могущественный леший. Каждого, кто забредал на его земли, он убивал жестокостью, обычно присущей его виду. Раздирал бритвенно-острыми когтями, насылал удушающие растения или скармливал стаи волков. Можно было бы побиться об заклад, что даже самый умелый ведьмак не справится с подобным чудовищем, если бы леший не был столь уязвим для огня, и если бы ведьмаки не могли закрыться знаком Квен. Вот немножко, да, противоречие. Ведьмак сказал, что молодой, а в записях у нас матерый, старый, опытный. Это не птица лешего. След неверный. Что у нас? Три местечка. Давайте-ка, наверное, сохранимся. Так, и сразу реликт, да, у нас? Реликт. Вот он. Нет. Вот. И не забудем, что огонь очень хорошо помогает против лешего. О, ну прям и на ведь. Дороге. Похоже, обычные вороны. Не следа тотема. Дерево какое большое. Ну, а вот он, собственно, и тотем. А вот и тотем лешего. Как только я его уничтожу, он занервничает и выйдет из норы. Не? Не. Ладно.
Ты борода уже отросла. О, я его из ближайшего дерева ожидал, а он издалека откуда-то. Кровотечение. А ну-ка, погори. Сейчас волков может вызвать. Ух ты, по 1500 у него огонь уходит. А, все, помер. Обалдеть. От кровотечения, наверное. Быстро мы с ним разобрались. Хм. Где-то там. А, вот он. Что ты нам интересного? Черный единорог. Получите вознаграждение у Бриана Ходча. Это все понятно. Посмотрим, что за единорог. На 21 уровень стальное оружие. Ясно. Так, что, давайте активируем сейчас этот гвинт наш. И к эльфу отправимся. Мы прям вот рядышком. На плотве уже, кстати, должен быть голова лешего. Блин, не рассмотреть, ладно. Давай. Стояночка. А почему их леший и не трогал? Купец какой-то. Капает, как с конца у старого дровосека. А, подожди, наверное, купец, да. Дюбельсайз. О, это ты! Никогда о твоей помощи не забуду. Откуда ты меня знаешь? Мы виделись давным-давно в Бракелоне. Боюсь, я не помню. Ничего удивительного, ты был ранен. И если бы не забота Дриад, вряд ли бы мы с тобой сейчас разговаривали. Это было так давно, что мне кажется, будто все случилось в другой жизни. А может, так оно и есть. Я бы с радостью взглянул на твои товары. А что? Что у него интересно? У него только большой глиф Квена интересен. О, отличный меч из Долблатанны. Как раз на наш уровень, но у нас есть получше. И серебряный меч тоже нам не особо нужен. Эльфский знающий. Это мы читали. Что из... Большой рунный камень Перун. О, отлично. Большой глиф Квена. Вот это мы сейчас понакупим. Ой, боюсь... Так, глиф Квена мы купим. Перуну, камни, в общем, рунные. И Игни. Арт нам не нужен. Ирден тоже. Все. С
сколько мы отдали. Обалдеть, сколько мы отдали. Блин. Наверное, я ему сейчас мечи попродаю, короче, чтобы вернуть деньги. А что делать? Все равно у нас эти... А что это у нас из зеленых мечей? Это грифон, грифон, а тейгер. Предмет из комплекта. Я не помню из какого. Ладно, раз он зелененький, оставим его. И то у нас этот не хватило денег, чтобы... вернуть все, что мы потратили. Так, ну ладно, более ничего интересного у него нету. Ты играешь в гвинт? А тебе что, не с кем играть? Всегда приятно сразиться с кем-то новым. Ладно, на безрыбье рак рыба. Я даже поставлю уникальную карту. Ну, доставай колоду. Так, наверное, этот Нильфгардом я сыграю. Но он с Кайтаэлями играет. В принципе, я так и думал, да? Так, ни одного шпиона. Значит, меняем вот эту карту. Ну и, значит, вот эту. И все равно нам ни одного шпиона не дали. Вот зараза такая. Ладно, как-нибудь попробуем выкрутиться. Он уже сразу, да, решил использовать карту. Цирилла, обалдеть. Ну, что скажешь? Понятно. Я тоже так умею. Противник спасовал. Сейчас мы вот так сделаем. Да любую. И раунд остается за нами. Ну, 40 очков у нас сейчас будет. Даже чуть больше. У нас же есть медик. Сейчас, мне кажется, нам будет плохо. Ну да. А карт ни у него, ни у нас не осталось. Да. А я так надеялся. Но ничего не поделаешь. Ты честно выиграл эту карту. Что за карта? Дополнено? Уже, по-моему, все. Цирилла. О, отлично. Франциско Финдобаир. Две карты мы даже получили. Замечательно.
Так, что ж, расставим нашу новую карту Цириллум и уберем Уцинти. Следующее королевство, погнали. Цириллум. Кого же брать? Это Требушет уберем. Скайтаэли. Тут много кого можно убрать. В принципе, вот. А чудовище убирать некого. Мы еще даже колоду не набрали. Нам осталось 4 карты, чтобы набрать колоду. Так, а что ты мне перескочил? Я не хочу на Скеллиге. У нас еще лихо лесное. Капает, как с конца у старого дровосека. Ну давай, плато. А, подождите, я не туда забрел. Короче, надо назад. Вот она, эта тропиночка. Ну, сейчас обратно через застенье. Зараза. Варк. Идите лесом. Отстали? Отстали. Я думал, сейчас с ними кто-нибудь разберется, но нет. Вот, прости. Ребятушки тесака. Это же крутые ребята. Они с кем хочешь разберутся. Что им этот волк? Какой-то там задохлый. Не хочет, да, по этим... По деревяшкам переходить. Голова лешего торчит деревяшка, кого-нибудь зацепит. С дороги. Гроза уже бушует, по-моему, вторые сутки. Куда тебе несет? Вот. Оставляем тут лошадку, а то она может заглючить. Где-нибудь застрять в перилах и так далее. То можем рассказать краснолюду, вроде бы. Сейчас попробуем с дороги. Ну, милый, а что ты, какие седые волосы? Держись от меня. Ничего подальше. Не говорит. Может, потом? Здравствуйте, мастер ведьмак. Я убил лешего, который напал на дровосеков. О, это прекрасно! Чудно! Правда, придется найти новых лесорубов. Но в работниках тут недостатка нет. А если сюда какой-нибудь новый леший придет? Всякое может случиться. Тогда придется поискать какого-нибудь ведьмака. Ну да-да-да. Разумеется, тебе полагается плата. Я ведь не из таких, что не платят за хорошую работу. Прощай. Здравствуйте, мастер ведьмак. Угу. 250 кто опыта. Сбросом, тот ходит голый и 290 монет. Сам ты, сука, Питер Динклейдж.
Это отсылка к Игре престолов. Природных условиях. Еще в застене где-то есть низушек, который говорит, что он не этот, не Бэггинс. Отсылка к к Властелину колец. Так, что, берем на вооружение следующий заказ. Дом с привидениями. Как раз 24-й наш уровень. Это уже в самом Новиграде сидит. Я уже показывал в прошлой серии. Вот он, в зимородке тусуется. Ну и как уже принято в последних сериях, встретимся с вами непосредственно уже в самом зимородке. А с вами был Грифон. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И до скорых встреч.